Всем привет! С вами я, Олег Карцев из Беларуси. Мы на мальдивском острове Киха. И сегодня мы будем погружаться с аквалангом в морскую пучину ночью. Чем отличаются ночные погружения от дневных? Первое, мы погружаемся с фонариком. Второе, мы увидим то, чего мы не увидим днем.
Если вам понравился мой фильм про ночные погружения на острове Кеха на Мальдивах, подписывайтесь на мой канал, обязательно лайкайте. А еще у вас есть редкая возможность не только приехать в гости, но и приобрести мою книгу с автографом автора.